детки лектории «Наука на вывоз» представляют. Как мы чувствуем вкус? Какой вкусный пирог? Лимонный? Да, это новый рецепт. Кстати, а как мы распознаем все эти вкусы? Примерно так. То, что мы едим, состоит из молекул. Молекулы воздействуют на наши рецепторы. Рецепторы преобразуют химический сигнал в нервный импульс. По нейронам этот импульс доставляется в мозг. Так мозг понимает, что мы едим. О, мои любимые апельсинчики! Ого, как сложно! Все еще сложнее. На вкус ли это еще и обоняние? Вот попробую, какая печенька вкуснее. Вот это? Или вот это? Кажется, вторая была слаще. На самом деле печеньки были одинаковые. Просто во второй раз рядом был пакетик с ванилью. Вот как запах влияет на вкус. Интересно, расскажу ребятам на науке на вырост. Ах, стал комиться. Екатерина Булухина. Оля озвучивали. Соня. Илона. Тома. Расписание занятия на сайте. Виктория69.ру. Интересно и детям, и взрослым. А я тоже хочу быть енотиком.